правда. Узнать бывает сложно. Давайте попробуем вместе разобраться в этом. Вот если вам скажут, употреблять наркотики или нет, это твой выбор. Это ложь. Ты должен понимать, употреблять наркотики значит отказаться от выбора, бежать от свободы, попасть в зависимость. Если тебе говорят, рискни, не рискнешь, не узнаешь себя, то не стоит. Ну вот, не стоит себя пытаться узнать через такой риск. Узнать себя значит испытать свои возможности, испытать себя. Можно просто взять... Вот просто берешь и бежишь 1-5 километров, марафон бежишь. Испытай себя, узнай, на что ты способен. И вот в таком формате, в таком виде, в спорте, можешь испытывать себя сколько угодно. А наркотики только ограничивают твои возможности. Вот именно спорт, вот где можно испытать себя. Недавно на этой сцене состоялась презентация альбома группы «Ярополк». Мы предлагаем вам фрагмент этого концерта увидеть прямо здесь и сейчас. На сцене команда по черлидингу спортивно-патриотического клуба «Ярополк», часть девочек, кстати говоря, которой является группой поддержки футбольного клуба «Локомотив». А выступают они под песню группы «Ярополк» «Быть здоровым – это модно». Давайте поддержим аплодисментами и посмотрим на этот прекрасный номер. Спасибо, церковь, и за это. Быть здоровым, это модно. Ощущай себя счастливым и свободным.
Аплодисменты, дорогие друзья. А следующими на нашем...